Администрация железнодорожного района призывает жителей собирать бумагу и выигрывать призы. В Самаре проходит бум-баттл при поддержке нацпроекта «Экология». Бум-баттл – соревнование по количеству собранной макулатуры. Принять участие можно всей семьей. В этом году есть отдельные номинации. Макулатуру принимают в детских садах, школах, колледжах, вузах, офисах компаний участников. От команд заявки на участие принимают до 10 ноября, индивидуальные – до 15 ноября. Подробно об условиях, форматах участия и призах говорится в карточках. Гран-при в размере 1 миллион рублей, архитектурные экспедиции и стажировки в ведущих архбюро. Такие награды получат авторы лучших проектов на национальном студенческом конкурсе «Благоустроить», сообщает администрация Красноглинского района. Прием заявок открыт до 15 октября. Конкурс проводится для студентов архитектурно-строительных факультетов от 17 до 35 лет. Проекты можно разработать индивидуально или в группе до 5 человек. Благоустроенные по проекту пространства, парка, центральной площади или двора важно сделать комфортным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работы полуфиналистов представят на всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Проект, который выберут жители, станет основой для нового городского пространства. Его построят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что самарские школьники могут бесплатно отдохнуть на осенних каникулах в детском лагере «Волжанка» с 28 октября по 3 ноября. Программа отдыха насыщенная: посещение бассейна с инструктором, творческие мастерские, экскурсии в дом со слонами, поездка на спектакль в Самарт, спортивные занятия и игры на свежем воздухе. Получить подробную информацию и забронировать путевку можно по телефону, указанному на экране.